Аелла, жопу сейчас тебе между Пирсоном и Аелла пролетела. А вообще? И второй раз. Ребят, да вы что, охренели, что ли, подставляться так? Ну, в конце-то концов. Ну, это же не серьезно. Совершенно. Кто так стреляет, а, здесь? У нас. Такое дело. Движение. Движение, ты даже не представляешь, какое сейчас было движение, блин. В районе очка, блин. Сжимание полное. Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetus Play. Меня зовут Саша, а это Зов Долга. Вторая мировая война. И, скорее всего, это последняя миссия. Даже не скорее всего, а точно. Рейн. 45-го года. С 99-й и 9-й бронетанковой мы должны занять мост у Ремагина. Форсируем Рейн, и сопротивление немцев будет сломлено. Посмотрим. Посмотрим. Как всегда, на ветеринаре. Будем фашистов резать, как свиней. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Mm-hmm. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Там кишки наружу если вроде я были. Я не вернусь, Пол. Нет? Позаботься о них. Ну да, брательник позаботится. 6 марта 45-го. Ты куда? А ты как думаешь? Это суицид. Я бы туда не совался. Пирс, а где снег? Зима прошла? Спасибо. Сколько он там был? 8 недель, кажется, прошло. В прошлый раз он говорил. Да ты твою мать шутишь, что ли? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на Косарине? Он сейчас начнется. Я уже чувствую. Вот сейчас начнется. Бухай, бухой Пирсон. Вы слышали? Иди отсюда, пока можешь ходить. Пока могу. Дэвис рассказал. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Убирайся. Ну, начинается. Убирайся! Я никуда не пойду. Вон я сказал! Проклятие! Кое-кто больше не сможет стрелять. Какое-то время. И не сломал пальцы? Мне приказали отступить. Но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал. До подхода подкрепления, но... Оно не пришло. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрек своих на смерть. Иди. Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым, когда изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тернер бы не сдался просто... Тернер мертв! Так поступите достойно! Нет слишком больших жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Она выбрал Цуцмана, молодец. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Я такой. Бешеный, это еще мягко. Да. Денечек, ты любишь пожестче, да? Черт с тобой. Сержант? Я сказал, черт с тобой. Там иди и спасай, да? Ты принят обратно. Ага. Прочь дороги. Да Пирсона понять можно, но... Нет, не вся. Захватим мост и найдем Цуса. Угу. Есть, капрал. Пирсона понять можно, но он делает еще хуже. Если Цусман жив, он за тем мостом, но его еще надо взять. Возьмем. Ну что, вот и он! Последний мост через Рейн! Перепрям колонну, и мы в стреле. Они у нас в руках. Слушай, пан или пропал!
Все нас к этому вело. Держись! Того уже мужика привело. Ну, конечно, как тут без засады-то? Они как идиоты думали, что этот мост не защищается, что ли? Ладно, со мной, давай! Да. Главное, кузов как решето, они все целые. Нам надо занять въезд на мост! Есть, сержант. Пошли! Они, конечно, пригнулись там, но у каждого было бы в жопе не хочу жалеть, что по паре лишних шанс. Дырок. Не пожалеете. Пошли. Пошли. Пирсон, а ничего, что... Во. Итак, снайперка, да? Нет. Хорошо. Опа, даже шапка взлетела. Вот это ты снайпер, Денчик. Ну, я как бы даже не знаю, туда соваться пока что стрёмно, там все взрывается. Оно еще и гранаты кидает. Пирсон, ты сдохнешь сейчас, нет? А как ты, я в него не попал, да вообще, а? Сука! Оно еще живое, сука, блин. Охренительно. Мужики, вот по тем бойницам я хрен нормально попаду, чтобы их кого-то там убить. Ладно, если что, я сюда, ребят. Никто не против. Я только за. Спокойно! Ты умрешь или нет? Ой, а там еще немцы пришли. Ребят, если что, вы сами... Каждый за себя, короче. Сука. Да попал же! Да в голову попал! Ну сколько можно? Я сейчас все пули потрачу в свои. Че ты подставляешься? Он подставился, защитил этого. А это не помер, да? Конечно. Ну хорошо, горцы. Окей. Пошли горцы. Ладно. Ты что делаешь вообще? Ты что делаешь? Подставляется. Зря, наверное, сюда выперся, да? Сейчас пристрелят только так. Кто орал-то? О. Так, а ведь здесь надо еще парней спасти. Еще что-то найти успеть. Блин, какой же ты урод неубиваемый, а? И тут, по-моему, кто-то... Ладно, проверочная. Ага! Сука, крыса. Убила. Сука. Ложись, Денчик, пока не пристрелили. Я вижу, кто нас отстреливает. Так, качественно. Нет, ну я честно вот этого не понимаю. Я попадаю в районе шеи или головы. Они такие молодцы. Ты еще встань. А это не каска? Нет. Вот это каска. Ну что там? Ползет какая-то падла здесь. Приползла. Так, ребят, а у меня нет пулек. Если что. Это, блин, последние 12. А где же этот Пирсон? А, да, точно, тут же уже нету того Тернера нашего. Че, тогда берем ППШ, что ли? Или что у нас есть? А, у нас есть пулемет. Нет. Там танк, там просто танк. Быстро. Деревянная эта хреновина нас, конечно, не спасет, но... Или это наш танк? Я как бы даже не видел. Они здесь по-любому будут подходить, да? Это как бы заградительный огонь, который вообще никак нам не убрать, да? Лежать. Денчик, нам надо туда. Это наше. Все нормально, Денчик, расслабься. Ладно, давай возьмем этот пулемет. Попробуем им что-нибудь пострелять. А что там было? ФГ? Ладно, давай возьмем вместо этой ФГ. Она так себе, мне не очень нравится. И в принципе пулемет этот, что мой пулемет, что этот пулемет. Один хер разница. Сука, это же ты, да?
Но сейчас сюда придет еще один. А может и нет. Ну, а даже не пришел. Подождите, ребят, а тут что-то есть? Может быть, какая-то погремушка? Или еще что? Нету? Ладно. А здесь? Ну, нет. Нет. И здесь никого. Что за мешками-то? Что? Проверим? Бросаю гранату! Проверили. Контузия? Зараза. Ладно, хорошо. Хватит дурковать. Пора идти и сдохнуть! Сука. Есть еще гранаты и дымовые. Молодец. Там аптечка, нет? Умирайте, суки, умирайте. Умирайте. Надо устранить пулеметы. Да, что бы без меня делали-то? А тут до хрена этих самых? Или... Нет, нет, нормально. Это не аптечка, нет. Совершенно зря. Взять этот карабин. Давай возьмем. Я не очень его люблю, вот честно. Не очень. Но он ядреный. Попадать из него мне не нравится. Ни одного немца? А, нам сюда. А вот это ты модный. Ну давай, это Пирсон? Верхним этажом занялся, все уже. Я уже занялся. Так а... Там кто-то был? Да я иду уже, подожди. Секунду, а здесь нету? Аптечка есть. Вот видишь, ты говоришь наверх. Можно фонарь украсть, нет? Да я здесь вообще никаких погремушек не найду. Просто. Ладно, короче, бери пулемет. А, он раздолбался. Этот пулемет уже не постреляет, ладно. Тоже здесь такой стрелок, а? Да не нужны, ты вообще в упор на них смотришь и не попадаешь. Кто ты вообще? Кто это? Аела? Ты мне всегда не нравился. Серьезно, ты мне всегда не нравился. Вечно ты меня подставляешь. Ну, благо дело, здесь аптечек-то хоть до хрена. Так, хорошо. А что у вас, ребята, за пушки? Тот же самый кар. Да тот же самый кар. Аела? Да ты что? Я твоему прикрытию вообще не доверяю. Все равно, что хуже даже, чем сам. Не то, что все равно. Вижу позицию убийца. Охотничье ружье мне никогда вообще здесь не нравилось, оно конченое. Ладно, давай. Да. Ага. Как вам такое, ребят? Стоять. Ага. Ты сдавался, типа? Я не верю этому. Лежать! Этот сдается. Быстро! Ну? Рад, что он сдался. Он уже собирался что-то там достать. Ножик или что-то еще. Цели минометом? А где? Нет, подожди, а где цели минометом-то указывать? Алло. Я не знаю. Как бы. А ну-ка. Швыряю гранату! Это было. Не обязательно, но все. Что будем делать, ребят? Цель нигде не видно. Хрен знает что. За гранатами и дымовыми ко мне! Спускаться вниз, я не понимаю, что делать еще надо. Ты серьезно сдался? О! Прикинь. Всего лишь надо было спуститься вниз, ну ладно. Хорошо. Че там, Пирсон? Давай команду. Роуты взорвут мост, надо остановить их. Стайлз, у тебя! Все бросили в бой. Просто тяни время. Мы займемся зарядами. Давай. Так, я иду вперед, а Дэниелс и Стайлз прикроют инженером. Готовы? Жаль, снайперки нету. Пошли, вперед! Эй, вы!
Обезвредьте заряды под основной конструкцией. Крауты отходят. Ага. И смотрим оба. Сейчас чувствую, как бабахнет. О, велосипед припарковали. Так, а ну-ка покажи мне, где кто. Не показал, что ли? Показал, но что-то... Иди, у тебя на прицеле, Дэниелс. У меня, да. Это ты выбежал очень-очень. Не очень. А ну-ка стоять. Не попал. Ух ты. Спокойно. Блин. Кто ж взрывает, когда я тут стреляю, а? Зараза. Вот кто попал, а? Они заряды, что ли, собираются позакладывать? Да, они слишком быстро уходят. Ты знаешь, что сейчас взрывать будут. А этому до лампочки. Всю жопу ему продырявило, ему до сраки. И что? Я знал, что они сейчас взорвут мост. Это было очевидно. Кто убит? Все убиты. Я за тобой. Серьезно, устоял? Чёрт, мост устоял. Хренов мост устоял. Чокнутые ублюдки. Ой, сейчас начнется. Надо идти не то слово. Бежать надо, ребят. Бежать, бежать. Можешь наводить артиллерию. Я могу, на... я как бы могу, да. Слышишь? Хорошо. Самолеты. Только чем? Это нашинские? Штуки. Нет, не нашинские. Ой, сейчас нам здесь будет не сладко, Пирсон. Я не знаю, но... А-а-а! Вот моя снайперка, да. Отлично. Кар с прицелом — это нечто. Гадость-то какая, а? А где, 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 где? Что-то я там не вижу никого. Оттуда вроде льется. Хорошо, это была ошибка. Хорошо, это была ошибка. Я согласен. Извини, Денчик. Просто прости. Побежали, 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 побежали. Молодец. Меняй. Выпираться туда — это была реально ошибка. Я тут признаю, как бы. Бенц. Следующий. Опаньки. Следующий. Я тебе не верю. Ладно, верю. Сука, ну нет, 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 нет. Сейчас. Ни хрена себе, Пирсон, я тебя спас, как бы. Почти. А где-то тут стреляли? Вон там. Ну, давай, давай. Только высунься. Все, отлично. Я всех снял, Пирсон. Там его душили, как бы, наверное, неплохо было бы, пока его душили, отстрелить, но не получилось. Ну, считай, помер. Прилетело. Откель. Отсель. Пора указать цели минометы. Ребят, ну вот, а сами, а без меня, что, никто не умеет указывать цели? Выставляй уже. Выставляй свою каску. А, извини, ставил. Чуть не пристрелил тебя только что. Просто вот не поверишь. На секунду ты был практически на том свете уже. Это точно не наш. Ну а как бы вызову, а как вызывать-то? Я не помню, тут всегда у вас по-разному вызывается. Аела, ну давай мне, короче. Аела, заела тебя, что ли? Давай. Все, нормально. То есть этому мосту этому мало, да? Просто вот мало ему. Хорошо. Вызвал огонь на себя, на самом деле, ну ладно. Никого? Это ты неудачно выбежал. А еще? Я не верю, там еще куча немцев. Первая. Вторая. А вообще-то я ему в броню этого самого попал. Не должен был убить. Вижу фрицев! Да? А я не вижу. А, огнеметного? Теперь вижу. Ну как же это, сука, ну как это? Как он не умер-то, а? Это же нереально.
Это же сраный кар. Там бы никакая бы каска не выдержала бы. Но вообще-то, ребят, я его подбил вроде как. А этой пулей могло и двоих зацепить. Но на самом деле... Чуть Пирсону жопу не прострелил. Чуть не прострелил. Аела? Сегодня тебе везет прям. Ты все никак не умрешь. От моей руки, да? Так, ладно, там была аптечка, поэтому можно и полечиться. Не вовремя. Могло бы быть. Стой! Вот так, молодец. Так. Откуда? Сука, откуда? Замечу, дурак! Да? Какой ты, сука, снайпер, а? Сидит, стреляет так, главное. Как ни в чем не бывало. Кто там? Да брехня, ребят, ну нет никого. Бросай гранату! Дурака валяет просто еще. Так, ты дашь мне пройти или нет? Даст. Куда нам-то, собственно? Аела, жопу сейчас тебе между Пирсоном и Аела пролетела. А вообще? И второй раз. Ребят, да вы что, охренели, что ли, подставляться так? Ну, в конце-то концов. Ну, это же не серьезно. Совершенно. Кто так стреляет, а, здесь? У нас. Да как же так-то, а? Что, ни одного сраного кара нету, что ли? У меня снайперка закончилась из-за вас. Вот же уроды, а. И что теперь мы будем делать? Без снайперки-то, а? Мне без снайперки вообще как-то не кайфово. Ладно. Зачесть башню до конца! До конца? Я постараюсь. Мне срочно нужны эти драные кары, блин. Где они? Живо поднимайся туда! Да я уже иду! А пулик нет? Нет. Мне, кстати, на этой пушке уже не очень. Ладно. Граната! Да. А кому это ты говорил, Денчик? Ты что, сука, сам себя предать хочешь? Я видел, ты поднимал тут пушку. Умер. Денчик, кому ты кричал граната? Вот честно только. Вот без обид, но как бы... Сам себя предал. Фактически. Можно тут какой-то термос? О, можно. Кружку. Ладно, кружка тоже сойдет. Я думал термос, но... Да ты демон? Хренак? Бросаю гранату! Да! Полетела граната! Че, ты упал? Пригнулся, да? А в смысле, ты не умер даже? Молодцом! Хорошо! Ребят, но у меня же как бы еще одна граната есть. Если что. А нет, нету. Ладно. Это лень. Попасть не может, а хочется! Так. Без гранат, конечно, будет труднее. Ну ладно. Продолжаем чистить башню. Хотя подожди, у меня есть одна граната. А что ты тогда не кидал ее, Денчик? Я жал Г. Вот. Это все. Это все? Какой у тебя проницательный рассудок-то, а, сегодня? Сувенир, надо же, письмо. Какого-то немца. Ладно, спускаемся. Раз это все. Надо бы пулик еще подзабрать. Что за аптечка такая, без аптечки фактически, а? Безаптечечная аптечка. Ну как хорошо-то со снайперской винтовкой, а? Просто вот. Если не подставляться, то вообще идеально. Че, Пирыч? Самолеты разбомбят мост! Мы должны захватить зенитки! Давай. Хватай зенитки и побежали. Дэниел, Сковард! За мной! Вперед, живо! Я прикрываю, если что, ребят. Вовремя же ты присел. Там снова кто-то бегает у нас перед... прицелом. Кроме немцев, конечно.
А куда это побежал, а? Куда он побежал-то? Еще не все. Ребята сидят там, что-то стреляют, но ни в кого не попадают. А я даже в Пирсона чуть не попал. Я могу и в немцев попадать, и не в немцев, как бы. Я могу в кого угодно попасть. Кстати. Давай мне свою ты гранату. Гранаты дымовые, только скажи. Да нужны, давай, нужны, помоги. Я сказал вообще-то. Пока хватит. Пирсон, ты собираешься здесь кого-нибудь убить, а? Или без меня вообще ничего не будет? Нет, там, конечно, плотный огонь, но что они туда поперлись? А как, кто выжил, что ли? Проволочка отразила или что? Сейчас сдохнем. Перезаряжай. Ха. Ребята. Есть. А ну-ка, стой. А, тут у нас еще. Слушайте, а не закончится там или нет? Мне что-то кажется, что нет. Но я еще как бы готов пострелять немножко. Мне не жалко. Ну, вообще-то в голову было, ну серьезно. А вот сейчас должен был полазануть, кстати. Я не знаю, прут и прут. Ну еще пятерочка, да, и посмотрим. Наверное, надо будет двигаться вперед. Смертоубийственная, конечно, задумка. Капец, его расстреливает со всех сторон, и я два раза в голову попал. И до лампочки. Ты неудачно высунул свою шляпу. Ладно, хорошо. Окей. Я должен бежать, как идиот, в самую гущу. Нужен дым! Огонь на подавление! Да? Достигнута контрольная точка. На! Швыряю гранату! Мне не жалко. Побежали немцы, блин! Это немец вообще? Ну как бы ни хрена не поймешь. Немец это не немец. Лечись, Денчик, лечись. Тебе лечиться надо вообще. В прямом и в переносном смысле, между прочим. Гранатен. Ядрить. Чё там? Пирыч, подожди, сейчас я воспользуюсь твоей услугой. Секундочку. Сержант, найдите! Да. Нашел. Да я стараюсь, я как бы туда и иду. Понимаешь? Зараза. Тут без этого его прикола было бы сложно на самом деле. Я имею в виду видеть немцев по тьмах. Риза рядом с пешками! Да. Как-то он не убил нас, а? Удивительно. Но мы добрались до зенитки, только толку. Сейчас убьют нас здесь прям. Прям вот и положат здесь. Кто там, побежал кто-то? Побежал, ладно, давай. Аптечки пользую, я не знаю, как кто. Конечно, Денчик опять за зенитку. Подожди секунду, а тут что-то есть интересное, нет? Ладно, нет. Давай. Зенитка прям чувствует, что Денчик пришел, даже поворачивается к лесу передом, к немцам задом. Так, хорошо. Точку. Да не в точку, а в самолет вообще-то должен был попасть. А тут только плохие самолеты, да? Немецкие, противные. Они сейчас додумаются, что надо свою зенитку сбивать, и будет плохо нам. Ну, не знаю, а что это достигнута контрольная точка, когда я так мажу? Безбожно. Кто еще? Попал. Ага. Вот, уже додумались, уже обстреливают. Да, он падает. Блин, мне прицел покорежил, ну суки, а? Где нахрен? Суки, прям здесь. Это я, конечно, прощелкал. Да. И перегрев, что... А в смысле, заклинило эту хреновню? А я стрелять не могу, ты не поверишь. Зенитное оружие отстрелялось. Выходи, Денчик, выходи. Я ничего не могу сделать, все. Теперь они против нас. Да. А до этого они как бы бросали не все, да?
Падай, Денчик, и валяйся. Тут как... Как плохо здесь, а? Мульчи еще раз. Все, вы там прошли, да? Присоединиться к отряду. Если доживу. Это свои, нет? Не похоже на своих. Кто, помогите? Сука! Вот сука. Быдло. Ну что ж сделаешь? На войне бывает всякое. Одного не спас. Одного спас, одного не спас. Уроды. Эти уроды фашистские. Мать бы их. Да ты когда-нибудь умираешь, нет? Вообще-то должен был попасть, но не попал, да, видимо? Ладно, Денчик, побежали. Секунду, кто бы там не бежал. А тут вообще все плохо. Покрошили кого-то? Уверен? Честно тебе признаюсь, никого ты не сделал ни хрена. Потому что меня чуть не застрелили из-за тебя. Я уже думал, в него попал. Кто там? А чё ты падаешь? Ты чё ты падаешь? Сделал он его. Кого ты там сделал? Серьезно? Не должен был. Я не должен был в него попасть. Такое дело. Движение. Движение. Ты даже не представляешь, какое сейчас было движение, блин. В районе очка, блин. Сжимание полное. Это наши все, что ли? А кто их так обстреливает-то, а? Ладно, хорошо, чувствую, пока не присоединимся, ни хрена не будет. Конечно, войска противника! Как все плохо-то, а? Говневрируем тебе, блин. Как он гранаты бросает лежа, я не знаю, но как-то бросает, и меня это, собственно, устраивает. Ребят, вы так сели, я ни хрена никого не вижу, а должен видеть. Где? Фига себе, я тебя как снял-то между мешочков. Ага. Но они будут идти, наверное, там, покуда мы не присоединимся к отряду, да? Мозги наружу, да. Вперед, говоришь? Да ты сумасшедший просто. Ты просто ненормальный, я тебе честно говорю. Ладно, давай дымовые. Как там, кстати, дымовые бросаются-то, а? Блин, я не помню. Осколочные кончились, дымовые как бросать-то? А, похер. Ладно, побежали. Все, я присоединился к отряду, блин. Самоубийц. Денчик, ну Денчик, это не вовремя тебя контузило совершенно. Ты мне еще пореви, да? Хорошо, блин, хорошо, хорошо. Допустим, дело было в снайперке, да? Ну, здорово. Прям откинуло, так откинуло. Спасибо, блин. Это еще и наши танки. Ладно, хорошо, не будем дурака валять. В этот раз. Ну, все? Не все. Умри давай. Они хотят умирать, немцы, вообще капец какие. Нифига себе, тут у нас... Комендатура села? Так все-таки надо было их пострелять там какое-то количество, да? Без этого никак? А если я с тыла зайду, ребятки? Вот это я, конечно, по-сволочному, да? Вообще так. Офсайд! Ребята, выходим. Когда меня тут уже контузить-то будет, а? Ну, не меня, а Денчика меня-то уже контузило, да? Судя по всему. Комендатура, встать! Нет, сидеть. Да я присоединился к этому отряду или нет? Ах, теперь здесь мы присоединяемся к отряду?
Ну вот, хорошо, окей. А все равно оказались в той же точке, да? А у меня, по-моему, патронов нету. В смысле? Да как... Сейчас мы в жопе. Денчик, ты универсальный солдат. Я тебе просто не устаю это повторять. Значит, не моя вина была, что Денчик снайперку схватил. Он сам ее хватает. Они выходят. И чё? Прекратить огонь! А вот этот не сдается. Дай здесь застрелю его. Все Пирсон. Кончено. Ладно. Все кончено. Все, все кончены. Идите в костер. Охренеть. Че, ребят? Мост наш. Не наш, не наш. Капрал Говард. Я должен перед вами извиниться. Ты мне должен гораздо больше. Я что-то пропустил? Проходите! Вы вошли в историю, ребят. Первыми перешли рейд. Что вытаращился, Фриц? Есть сообщение о лагерях военнопленных. Угу. Дэвис приказал не начинать зачистку без его разрешения. А ты знаешь, что делать с приказами Дэвиса? Вас понял, сержант. Не выполнять их. Я горжусь тем, что первый плацдарм на Рейне захватил именно наш взвод. Колонна движется в самое сердце Германии. Мы, считай, уже победили. Не, ну я как бы знал, что будет продолжение. Нет, пока не найду Цуса. Вот. Когда дело касается просто зова долга, то продолжение — это вопрос времени. 4 апреля. После моста 45-го. Мы пошли на восток, по пути обыскивая лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно. Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие даже сказали, вычислили, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Так мы все-таки его спасем в этой части еще? Или уже в продолжении? Не, в этой. Последний. Хорошо. Последний. Похоже на трудовой лагерь. Капец, я представляю, если он сейчас идем. Жив вообще еще. Какой он худой. Мне кажется, замученный. Здесь никого нет. Что-то я не очень контролирую твои движения. Даже пушку поднять не могу. А музыка меня наводит на грустные мысли. Да ладно. Ну, они, конечно, звери на такой же степени. Цусмана в будку засунули? Серьезно, сюда? Нет. Да не может этого быть. Я не хочу смотреть на эту будку. Тем более она сгорела. А, и куда идем, ребят, а? Я просто ничего не могу открыть, ничего не могу сделать. Немецкая фляга какая-то. Как плохо слушается мышка. А здесь уже живых никого, да? Это наши парни. Доставай фотоаппарат. Люди должны знать. Угу. СОС, все дела. Кто-то... С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивали, морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Кто-то добром это не закончится, да? Да ладно, нацисты неужели? Хладнокровно сюда убивали наших парней. А. И никакое адское пламя не очистит их вино. Думаю, их казнили в назидание другим.
комендатура. Убивали самых слабых. Тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! Да ладно, ну нет. А ну-ка, взгляни на это. Следы ведут в поле, видимо, туда их и повели. Тогда и нам туда. Но, боюсь, шансов мало, капрал. Я обещал Цусману. Мы его найдем, но не гарантирую, что живым. Сержант, я вперед! Цусман! Скорей! Ред, стреляй! Да ладно, сейчас круг повторение истории. Все, что я сделал и что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Ну, Цусмана мы должны спасти тогда. Потому что если он тут еще чувство вины от того, что он не помог брату в свое время. Пол! Хотя, может, и помог. Не, ну Пол-то точно остался живым. Ты умер там, в снегу. Потому что я не смог. Так и ты... А он же сказал, позаботься о нем, Пол. Я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат. Нет, не сегодня. Хера? Цуцик, ты сегодня не умрешь. Где эти сучьи немцы, блин? И где этот Цуцман, которого нам так надо спасти? Цуцман! Опа! Стелса не будет, да? Блин, значит, долбанное дерево. Хрен обойдешь. Давай, 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 Денчик. Чё там, чё там? Они тут их просто отстреливают? Стреляй! Стреляю, стреляю! Я не могу ни хрена сделать! Сука, тебе не хватило? Цуцман, ты... Живой ты или где? Неужели? Уже ли? Я сплю, наверное. Вот урод. Нет. Я думал, что про нас забыли. Что я тут умру в одиночестве. Попей. Не спеши. Да, конечно, на него больно смотреть, но... Ты всегда приглядывал за мной, Пол. И сегодня, думаю, тоже. Да. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой твои братья. Ну, я даже не знаю, на него больно смотреть, как он выживет. И вы ответили. Как он будет жить? Мы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте, вы теперь навсегда причислены к герою. А Цусмана награждать будут или где? Цусман хотел отдать тебе. А-а. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квинс! Блудный сын вернулся! С тобой все нормально? Навещу Цусмана. Давай. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ну, понятно. Ты опять на службу? Так слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, парень. Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Ага. Бешено это еще мягко. Ну да, они все вели к тому, что другой бы не повел бы их туда, за Цуцманом. Если будешь в Чикаго... Заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Да, в любой момент. Да. Знаешь, когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни, ища любой способ выжить. Но ты мог уехать домой героем. Зачем ты вернулся?
Это за тобой, дебил. Я видел жизнь, но жить не научился. Да. До конца. Судя по состоянию Цусмана и по его глазам, проблемы со здоровьем у него просто катастрофические, я даже не знаю. Далеко не все выживали после этого плена, даже спасенные, ну. Ну, выжил, как-то выжил, спасли все-таки. Говеное такое на чувство, но ладно, был другим. Хорошо. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, Пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Все-таки, брат, он потерял. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой. Не плакали над трупом Цусмана, так поплачьте над братом. Круто. Вот умеют они слезу давить. Жестче было бы, если только еще и Цусмана убили, и Денчика пристрелили в последнем бою. Но, да, мощно, мощно. Как всегда, собственно, в Зове долго. А насчет продолжения, так или иначе, спасли мы Цусмана или нет? Да будет оно, будет, конечно, это же Зов долго. Иначе-то и быть не может, собственно. Но, так вот как-то. Даже не знаю, стоит ли смотреть титры или не стоит. Будет что-то тут какой-то потом разговор или не разговор, а типа воспоминания. Могли бы такое всунуть, типа как Денчик вспоминает, как там было в самый суровый день, типа то, что нам не показали. Там несколько секунд, ну такой жести просто. Хотя тут жесть была. И не несколько секунд. Все такое. Ну так, как-то. Ладно, попытаемся пропустить. Может, что-то сейчас будет. А может и нет. Сувениры найдены, но одного нашего пацана не спас. Увы. Увы. Ну да. Все прошли на ветеринаре и все. Согласен. С людьми, которые считают, что компания реально коротенькая. Она... действительно коротенькая. И проходится, по сути, за пару вечеров. Если играть запойно. Хотя нет, если запойно, то за один вечер. Собственно. Да, а началось все. Со дня выставки. Как сейчас помню, там сурово было. Ой, как сурово. Кошмарище отстреливали. Я еще тогда вообще не приноровился к игре. Все меньше и меньше умираешь под конец, на самом деле. Ну. Временами, конечно, Денчика я губил капец как. Но это я не знаю, чего зависит вообще. Ладно, что же. Выход, действительно выход. Это была мощная кампания, на самом деле. Как всегда, опять-таки повторюсь, в Зове долго. Но мне понравилось, очень даже. Последний я не помню, какой играл до этой. Какой-то из Modern Warfare. Не помню точно, не скажу. Но давненько не играл, поэтому так, знаете, аж прям аж было сильно-сильно. Что ж, большое спасибо всем, кто был со мной во время этого прохождения. Подсказывал мне во многом, кстати, да. Это очень даже помогает. Поддерживал мне. Писал, где я как лажаю. Это тоже можно рассчитывать как помощь, расценивать как помощь, потому что на самом деле, если тебе указывают на твои ошибки, то ты быстрее учишься. Сам не всегда замечаешь. Это факт. Что ж, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!